Вчера в районе по инициативе Дагестанской региональной общественной организации «Молодежь Хасавюртовского района» и при поддержке муниципального образования Хасавюртовского района начался турнир по мини-футболу. Игры проходили на 4 футбольных полях, где в стыковых матчах встретились 32 команды. Со слов Абдулла Агалиева, исполняющего обязанности директора молодежного центра, игры получились напряженными и зрелищными. Победа переходила от одной команды к другой. Футбол не просто игра, футбол – это радость, это удовольствие, это восторг, говорит он. Проведенный турнир является одним из этапов подготовки наших спортсменов к участию в более крупных соревнованиях. В первый же день определились 16 команд, которые вышли на следующий этап турнира. Поздравляем команд победителей с достойным выступлением на турнире и желаем дальнейших успехов в спорте и дальнейших достижений и побед.